Первый способ, как прикурить от одного автомобиля второй. Синенький донор, красненький Opel Astra реципиент, донор Audi A3. Так, для этого мы освобождаем от всяких кожухов аккумулятор, подсоединяем плюсовой кабель к плюсу донора, красненький к красненькому. Так. Так. Это у нас такие два кабеля. И здесь подсоединяем красненький к плюсу. Соответственно, черненький провод подключаем к минусу реципиента. И к минусу донора. И заводим. В автомобиле реципиенте ключ зажигания должен быть вытащен. А донор заводим. Донор мы завели. И даем поработать двигателю минут 15-20. Заряд пошел по проводам. И начинает заряжать аккумулятор реципиента. Если аккумулятор чуть-чуть хотя бы живой и способен заряжаться, он в течение 15-20 минут зарядится. И мы заведем красную машинку. Но мы ее должны заводить только после того, как выключим автомобиль-донор и вытащим ключ. Тогда мы выходим. Мороз минус 15. Тогда мы выходим и, не снимая клем ни с автомобиля донора, ни с автомобиля реципиента, пытаемся завести автомобиль реципиента. После 20-15 минут 20 работы. Проверяем. О! Готово. Это один из методов. Дай ему поработать тоже 10-15 минут. Дабы окончательно зарядить аккумулятор. Затем, естественно, снимаем клеммы, закрываем чехлами и все.